Друзья, я приглашаю заглянуть на канал Dayjis. Канал в основном посвящен боевке Mortal Kombat 11, который выйдет в апреле этого года. Но еще на нем идут стримы по Mobile Legends, Heroes Evolved и по набирающему популярность Brawl Stars. Ссылку на канал, как всегда, найдете в описании. Мур, привет, друзья, с вами Зверько, а это новостной выпуск обновления 1.3.54. Здесь будет аж 4 реворка, 2 из которых рассмотрим в отдельных видео. Скин Алукарда, обсидиановый клинок, будет добавлен в магическое колесо 26 февраля. Звездный скин Кимми, биорубеж, будет добавлен 1 марта. Изменения героев. Итак, АДК мейнеры, хлопайте в ладоши на каждом имени. Физическая атака: Мия, Бруно, Лейла, Клинт, Ли Сун Син, Москов, Роджер, Кэрри, Иритель, Лесли, Ханаби увеличена на 12 единиц. А физатака Клауда увеличена только на 5 единиц. Но все равно это хороший буст целого класса. Харит. Второй навык. Теперь щит будет влиять на исцеление. Как я понимаю, он теперь будет уменьшать входящее исцеление в Харита, но это не точно. На тестовом герой у меня не куплен, и проверить я это не могу. Джонсон, ульта. Исправили кучу багов, связанных с ультой. Нана. Реворкают пассивный навык Наны, который еще при вводе обозначили как самый бесполезный пассив. И вот спустя уйму времени разрабы изменили его, и теперь, получая смертельный урон, Нана превращается в неуязвимого енота на 2 секунды, становится иммунна к замедлению и получает ускорение бега на 40 секунд. КД этого счастья 90 секунд. Вот теперь это очень сильная пассивка. Первый навык визуально тот же, но ему добавили урона, ограничив особенностью. Полный урон получает первая цель, а последующие меньше на 20% с каждым ударом вплоть до минус 60%. То есть против соло-цели это сильный навык, и если рядом с целью кучка крипов, основной урон может уйти в них. Но в целом это полноценное усиление Наны. Следующий герой и навык – Дигги. Разработчики решили, что тайминг-бомба первого навыка слишком сложна для нас. Теперь мы можем накопить 3 бомбы у себя за пазухой. Более того, теперь они преследуют цель. Оставить можно на земле, грубо говоря, 7 штук. И пусть урон по одной и той же цели уменьшается, но вот представьте. Гонитесь вы за противником, заходите в кусты, а там 5-6 бомб и привет. Единственное спасение – успеть убежать, если вы заметили преследование. Бомбы взрываются через 4 секунды после активации. Но если Дигги на вас накинул второй навык, вы уже никуда не спасетесь. Это явное усиление Дигги. В игре можно будет случайно забежать в куст и сдохнуть. Это просто дикий простор для тактики. Наверное, позднее ограничат количество выкладываемых мин. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео с реворками Чан-э и Кайе. Боевой процесс. Изменили урон, наносимый башней по миньонам. Теперь золото, получаемое от убийства черепахи, растет со временем. Опыт и золото, получаемые за убийство героев, будут зависеть от уровня убийцы и жертвы. Если героя убивают подряд несколько раз, экспа, получаемая за его убийство, уменьшается. Давно пора было так сделать. Кажется, что обнова небольшая, но она изменит игру. На этом пока все. Делитесь видео и ставьте лапки. Скоро увидимся.